Василина Васильевна Сливка в этом доме по улице Стасовой живет 16 лет. Его стены буквально трещат по швам. В квартире щели еще больше, во всех углах. В ванной, под раковиной, у батареи. По мнению Василины Васильевны, причина разрушения – взрывные работы, которые регулярно проводят на разрезе Юн-Ягинский. Взрывы большие, и ходуном ходят наши и кровати, и шкафы. Ну, а ЖЭК нам предлагал или другой дом, или на поселок другой. Ну, а куда нам другой дом, когда весь поселок трясет? Сегодня на разрезе Юн-Ягинский снова кипит работа. На краю карьера – бурильная установка. Это идет подготовка к взрывным работам. Аммонит – специальное вещество – закладывают на глубину 15 метров. Взрывы помогают раздробить скальные породы, чтобы добраться до угленосных пластов. За один раз уходит до 12 тонн взрывчатки. При этом сейсмозамеры угольщики делать не обязаны, но сделали. Пригласили московских специалистов. Результаты показали, что воздействие минимальное, меньше 1 балла сейсмика, звуковое воздействие вообще абсолютно никакое. То есть разрушительное воздействие горных работ Юн-Ягинского разреза на поселок нет. По словам московских экспертов, сейчас работы проводятся в 2,5 километрах от поселка. И с каждым взрывом это расстояние увеличивается. Однако жители не доверяют результатам сейсмозамеров и требуют переселить их из Советского в центр города. Роман Истомин, Антонина Барашнина, Дмитрий Лошанков, телеканал «Юрган», Воркута.